Подпольное казино, золоченая посуда и даже кинжал, плюс неоприходованный алкоголь – таковы некоторые итоги рейда силовиков в Екатеринбургский торговый центр. Не самый гигантский, но имеющий репутацию штаб-квартиры главы целой национальной диаспоры на Урале. Заведение расположено на Пионерке по адресу Сулимова, 21, и называется «Баку Плаза». Считается, что контролирует его шахин Мутвали-Оглы Шихлинский, председатель общественной организации «Азербайджан-Урал», а еще член Уральской коллегии адвокатов Свердловской области. Он и объяснил, что вот это вот заведение со всеми вторичными признаками азартного, которые запрещены в России везде, кроме четырех заповедных зон, вовсе не игровой притон, а некая вексельная компания, которая сидит тут в цокольном этаже уже 6 лет и к нему отношения никакого не имеет. Здесь же нашелся и склад, где секретно хранилось пиво и прочее спиртное, не отраженное ни в каких накладных, а также нехитрая закуска под это же дело. Надо заметить, что случилось это мероприятие отнюдь не вчера. Вчера о нем почему-то стало известно. И то не из пресс-релизов на гербовой бумаге, а из скромного источника в силовых структурах, который поверил, что было это еще в марте. И он же припомнил, что был еще один рейд прямо сейчас, вот только что в октябре. Прошло проверочное мероприятие здесь же, в Баку Плаза на Сулимова, 21, а именно в ресторане «Нар и Шарап», которое некоторые считают главным азербайджанским заведением в Екатеринбурге, а владеет им некий однофамилец Шихлинского. Тогда, по версии источника, был составлен протокол о продаже спиртного при отсутствии лицензии, на что глава диаспоры Шахин Шихлинский гневно ответил, что лицензия в ресторане закончилась еще в июне, они подали документы на продление, а пока ждут, никакое спиртное не продают вообще.